приветствую тебя. Меня зовут дядя Митя. Сегодня прекрасный солнечный день. Так называемое бабье лето. Но оно очень короткое, и оно сейчас после сентября. Сентябрь задался неудачным. Были холода, морозы, дождь шел постоянно. Но сейчас у нас наступило бабье лето. И я хочу тебе рассказать про осень. Ведь осень – это как старый больной человек, который находится при смерти. Он увядает. То же самое сейчас происходит с природой. Но для того, чтобы возродиться вновь. Посмотрите, сколько меня цветов окружает. Тут есть разные цвета. Желтый, зеленый, оранжевый, красный. Только осенью такое разнообразие цветов. А летом что? Только зеленый нас окружает. Ведь осень – это пора задуматься. Пора задуматься о своем поведении. Пора задуматься о своих неудачах. Может, где-то ты в чем-то не прав. Может, кто-то еще. Подумать, поразмышлять. Тебе дается на это 5 месяцев. Ведь осенью должно умереть все самое плохое, которое у вас было. А весной должно начаться все только самое лучшее. Что и вам я советую. Переоценить, по-другому взглянуть. А летом, даже не летом, а весной, должно начаться все то, что ты запланировал. Все самое хорошее. Ведь недаром художники многих стран любят рисовать именно это время года, потому что оно настолько красивое, то что даже не передать словами, а только можно зарисовать, либо сфотографировать, или заснять. А еще это время года любят очень сильно дети. Можно собирать листочки, делать икебаны, а также можно играться в листе. Мои рассуждения про осень закончились. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Но также не забывайте там внизу на меня подписаться. Меня зовут дядя Митя. Всем удачи, всем пока!